Акция «Наш лес, посади свое дерево» проходит в регионе с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На территории Ленинского района в этом году посадку деревьев провели на 62 площадках. Высадили более 200 300 саженцев. Это хорошая такая акция, которая помимо того, что направлена на экологию, еще и объединяет вокруг хороших, добрых дел много-много людей. Поэтому я уверен, она будет из года в год дальше продолжаться, развиваться, культивироваться, для того, чтобы все-таки, объединяя людей, делать наши дворы, наши города, наши поселки краше, комфортнее для их проживания. На протяжении всего мероприятия царила праздничная атмосфера. Люди пели, танцевали, а творческие коллективы и артисты Ленинского района поздравляли жителей города Видное всеми любимыми песнями. Ты мое сердце ищи слава золота. А для тех, кто успел проголодаться за время работы, приготовили вкусную гречневую кашу с горячим чаем. В этом году акция «Наш лес, посади свое дерево» снова объединила большое количество людей совершенно разных профессий и возрастов. Так, например, Светлана Ростова посадила дерево вместе с дочкой. При такой хорошей погоде, как сегодня, было бы сложно не выйти и на будущее, наверное, помогать людям объединяться вокруг своего города. Это тоже доброе дело, которое помогает. Природа – это наше богатство, которое нужно беречь. И главное, что молодое поколение понимает это и с удовольствием участвует в такой акции. Как можно больше можно проводить таких мероприятий. Вот. Потому что все мы делаем для нашего будущего поколения. В этой акции приняли участие более 8 тысяч человек. И каждый, кто пришел, посадил свое дерево. Благодаря этому мероприятию город стал еще зеленее и красивее. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Евгений Садовский. Видное ТВ.